Здравствуйте, приветствую вас на канале Инстафорекс ТВ. С вами я, Ольга Витковская. В последнее время ставится под сомнение способность Европейского центрального банка справиться с кризисом в европейском регионе, заключил глава Центробанка Германии Йенс Вайдман. По словам руководителя Бундесбанка, ЕЦБ предпринял много различных стимулирующих программ, способных победить кризис. Но, тем не менее, усугубление ситуации продолжается, а значит, регулятор еврозоны не сможет справиться самостоятельно, и поэтому необходима сторонняя помощь. Тем временем глава ЕЦБ Марио Драги, напротив, продолжает настаивать на позитивных изменениях, которые последуют за смягчением монетарной политики. Так Драги отмечает, что намерение регулятора скупать в неограниченных количествах среднесрочные обязательства проблемных стран дало определенную передышку финансовому рынку, и доходности по бондам Испании, Италии и Греции немного опустились. Однако Драги не отрицает имеющиеся риски дальнейшего спада экономики и возможность ухудшения на рынке труда. Для поддержания и расширения производственного потенциала нашего общества правительства стран должны улучшить функционирование структурных принципов своих экономических систем, заявил глава ЕЦБ. Вы смотрели актуальные новости об экономических событиях на Инстафорекс ТВ. В студии была я, Ольга Витковская.